Есть и люди старшего возраста, серебряного возраста, и молодежь. И каждый день, бывая на участках, я вижу, насколько активно, настолько небезразлична судьба нашего государства, нашей страны и будущее нашего поколения. Поэтому вижу эту активность ежечасно. Она не прекращается, она усиливается. И вот в течение 5 дней это наблюдалось, и особенно сегодня в основной день.